Санитарные врачи Туркестанской области подтвердили диагноз у 57-летней жительницы Тулебийского района. Женщина больна конго-крымской геморрагической лихорадкой. На днях инфекционисты госпитализировали пациентку с подозрением на особо опасную инфекцию. В больницу она обратилась с явными признаками болезни – ознобом и высокой температурой. Уже выявлены все контактные лица. Они находятся под наблюдением. Пациентка, жительница Тулебийского района, занимается животноводством. Она пасет скот. Вероятнее всего, ее укусил клещ, который есть на животных. Ее доставили в Тулебийскую районную больницу. Сейчас она изолирована и получает лечение. С начала года в регионе резко увеличилось количество обращений от укусов клещей – 842 пострадавших. Зарегистрировано и подтверждено 6 случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой. Из них в Сауранском районе 2 случая и по одному в Ордобасинском, Мутрарском, Тулебийском районе и городе Туркестане. Туркестанская область и город Шымкент являются неблагополучными регионами по заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. При несвоевременном обращении за медицинской помощью пациент может умереть. У зараженных пациентов появляется повышение температуры, боли в теле, спутанность сознания. Врачи предупреждают, если вас укусил клещ, обратитесь в больницу, где насекомое извлекут и обследуют. Необходимо вовремя распознать вирус, чтобы лечение дало свои результаты.